На сегодня, по данным подрядчика, госкорпорации «Ростех», семиэтажное здание полностью возведено, кровельные работы завершены, обшивка фасада выполнена на 99%. Сейчас идет благоустройство и внутренняя отделка. По словам специалистов «Ростеха», центр на 120 коек будет оснащен самым высокотехнологичным медицинским оборудованием, что позволит в разы снизить смертность новорожденных. Но сегодня вот это современнейшее требование в наших медицинских учреждениях, оно намного выше даже, чем существующее в Европе, в Австрии, в Германии. На самом деле, то есть с большим запасом. Стоимость объекта почти 3 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы завершены на 65%. Напомним, что первоначально планировалось завершить строительство к 1 декабря этого года. В настоящее время прорабатывается вопрос по определению сроков завершения объекта «Ростех» на уровне правительства Российской Федерации. Ну, ожидаемый год будет уже определен по концу этого, сроки будут определены по концу этого года. По данным «Ростех», задержка связана с введенными против России санкциями и импортозамещением оборудования, что вызвало необходимость изменений в проект строительства. Вячеслав Наговицын высказал замечание и отдал ряд распоряжений. Больше всего меня смущает вопрос, связанный с окончательными сроками строительства ввода в эксплуатацию, поэтому, Николай Ильич, вам поручаю подготовить письмо соответствующее, чтобы Ростехнологии график этот затвердили. Ориентировочно сдача объекта, по данным Ростех, запланирована на осень 2017 года.